Да. Так, вот. Да ничего страшного, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Так, как сказать? Я вас угостила сигареткой, я с вами даже покурю. Вову номеру я очень давно знаю, очень давно. Да. Очень давно его знаю. И, в принципе, я понимаю о том, что он местный человек. Знаю то, что он никуда не уедет, никуда не уйдет. И свято верю в то, что он болеет за наш Сибург. Он действительно болеет. Мало того, что я очень много слышал от приверженцев вот этих вот, прежняя власть, которая была. Власть, которая была. Результаты? Боитесь, да? Нет. Хоменко тоже не боялся. Не в этом дело. А может, стоит бояться? А чего бояться? Вы говорите... Нет, я не боюсь. В нашем городе, мы вот про наш город, кто может решить проблему? Вот понимаете, вот мне предлагали по 1500 за голос. Да вы что? Я понимаю, за кого предлагали. Да вы что? Да, было дело, имеет место быть. Имеет место быть, что мне предлагали по 1500, мне лично. Обалдеть. В общем, мое личное, сугубо личное мнение... Мне кажется, Вовке надо дать зеленый свет. Имеется в виду, проголосовать имеет смысл быть. Потому что он местный, он действительно сердобольный, имеется в нашем Сибурге. Он действительно что такое сделать. А вот эту систему ломать очень тяжело. И когда с него начинает спрашивать, когда он еще даже года у руля во главе не был, это очень дерзко. А вы очень. С ним ровесники? Да какой, 80-го года рождения, я 85-го. Вова какого? 80-го, постарше меня. Я за Вову. То есть вы несмотря на то, что сейчас идете в салон, завтра вы пойдете на выборы. Не, я завтра не пойду на выборы, но по крайней мере я не возьму 1500. Короче, против Вовы мне предлагали 1500. Имеет место быть. Ну, кошмар. Против Вовы предлагали 1500 рублей. Что такое 1500 рублей? Даже не в том, что делал. Если мне даже здесь предложили, не знаю. Не, это понятно. Надо вас менять. И мне кажется, что Вова, он действительно сердобольно сделает. Это слишком мало времени. Вот 5-6-10 лет он пробудет, вот будет покажет результаты. А сейчас с него спрашивают за год, за полгода. Да какое? Это же да ничего не успеешь смешно. Делать. Ничего не успеешь. Вы видели вот это безумное собрание, когда накинулись? Видел. Когда мы слова не знали сказать, когда мы сказали, то, что у тебя всего один вопрос. Это же ужас. Я видел. Ну, вот как не стыдно людям на самом деле вот так себя вести? И как не понимать элементарных вещей? Хорошо. Он только в дела вник. Только-только. Он еще вот только вот... Только-только он пришел к власти, и у него уже начинают спрашивать. Да нет, подождите. А на самом деле у меня больше, я больше импонирую к Володе, Владимиру, больше импонирую, нежели чем предыдущей власти. Потому что предыдущей власти, я знаю, она понастроила очень много всего. И вот этот колокольцев, которого сейчас он спровоцировал, это 10 заявлений было, 10 заявлений было. Ого. Ну, вы же сами об этом знаете. Не-не-не, что, 10 заявлений? 10 заявлений было. Я вообще... И как только Владимир Номеров достучался к гостю, поплакался, что нет, тогда ты начал посвящаться. Не знаю, чем это закончится. Ну, а чем закончился? Младший сбежал, старший сидит. А, в плане ты... и будут разбираться. А мне вот интересно, Хоменко там... Да, Хоменко вроде как, я больше скажу, я знаю лично, и старшего, и младшего знаю Хоменко. И плохого ничего не могу сказать, но если жадность начинает человека жрать, вот именно жадность, да, вот он уже ничего не видит. Да, он ездит на лонг-крузе, он покупает себе участки. У меня почему-то этого нету. Я вот... А я на двух работах работаю. Да, вот мы как бы... почему-то вот глава там ездит и тот же самый понтонный мост не могли сделать. Нет, люди на самом деле, если ты хороший специалист, вот в Москве в детских садах, в некоторых, получают до 100 тысяч рублей. Я говорю не про 100 тысяч. Я говорю о том, что если бы в правильное русло бюджет... Втыкать, в принципе, можно было эти мосты давно сделать. И тот мост, который стоял вот здесь, на Стрелецком 26. А-а-а. Да, можно было его сделать, а ничего не надо. Если бы даже тоже, вот если я был бы главой города, я бы просто, я сам сварщик. Подошел бы к двум сварщикам, трем, и сказал, ребят, давайте я вам дам 100-200 тысяч рублей, сделайте это. Они бы сделали. А тут начинается бюджет, какая-то вообще фигня. Нет, это все правильно, как бы бюджетом надо... Чтобы... Это было во время Вовы, я понял, да. Да, то есть как бы бюджетом надо правильно распорядиться. Короче, на Вову нападать не надо. Он только начал, дайте ему время. Хотя бы, вот у Хоменко было время лет 15, у Василенко было лет 15.
они от Единой России идут. Это понятное дело. Не без разницы, кто от кого идет. Самое главное, чтобы у нас здесь было все хорошо. Мне кажется, то, что Вова сердобольный. Ну, имеется за город, да. Имеется в виду. Вот дайте ему определиться. А все пытаются ему крылышки обрезать. Не надо ему обрезать крылышки. Дайте ему вздохнуть, дайте ему хотя бы 2-3 года, как минимум, чтобы хоть что-то ему дать результаты. Потому что вот за вот такой короткий срок он результаты не покажет. Потому что это невозможно. Бумажные волокиты, еще что-то там. Он и так вот, сука, сил показал. Ваш друг уходит, он устал слушать. Я понимаю, что у вас тоже на Бали. Как вас зовут? Я не буду говорить, как меня зовут. А, все понятно. Все боятся. Нет, а чего бояться-то на самом деле? Мы что, какое-то преступление совершаем? Нет. Мы с вами разговариваем. Нет. Вы попросили меня сигаретку, у нас завязался разговор. Имеете право высказать свое мнение. И я думаю, что ваше мнение поддерживают очень многие горожане. Потому что людей... Да, озвучьте. Умных людей... Озвучьте. В смысле озвучить? Ну, выложите. Да я сейчас приду, выложу. Выкладывайте. Я за Вову. Дайте время, потому что если вы хотите услышать аргументированно, почему я за Вову, могу сказать коротко и ясно. Вова – это наш крепостной, он родился и вырос здесь, это наш человек. Он действительно сердобольный, а не то, что кто-то когда-то сидит с Единой России приехали, и они против Единой России, но имеется в виду, это человек, который действительно здесь жил, это действительно, который болеет, это он действительно болеет за этот город, потому что он топтал этот город всю жизнь от рождения, до сих пор он топчет, и мне кажется, что он будет болеть за наш город, он будет воевать. Дайте время, не судите строго. Дайте время, вот пройдет лет 5, вот тогда будете уже судить. А то, что он полгода в власти постоял, это он только в бумажках разобрался. А это сложно, бумажку разбери, потом к действию приведи, согласуй, потом приезжают какие-то в ДК, там собрания начинают собирать, начинают что-то требовать, там один вопрос ему всего. Посмотрите вот видео, когда вот был, как это вот, были люди, которые приезжали с Единой России, и начинали ему такие наводящие вопросы. И я сам видел лично это видео, когда Владимиру Номерову не давали дать слово. Угу. Он сказал о том, что у меня есть 4 вопроса, а ему больше одного вопроса не дали задать. Я это видел. И это жестко. Но имеется в виду тому, что если он хочет задать, глава города хочет задать 4 вопроса, ему дают всего один вопрос задать. Его затыкают. Они, извините меня, пожалуйста, выражение пи-пи-пи. Серьезно, если глава города встает, он никто таким актуальным нету, он ни один человек так актуальный вопрос не задаст, нежели чем глава города. Если нашего глава города муниципального образования, депутата, самое главное, не дают задать 4 вопроса, ограничить его на одном вопросе, ну делайте выводы сами, ребят. Ваш друг исчез. А где он? Исчез друг ваш. Пойдем его искать. Ну, я-то, наверное, я в шоке. Бей! А вот как это называть? Агитация это или нет? Я вышла покурить. Люди попросили сигаретку. А, мы тебя узнали. Бла-бла-бла. Приятно, конечно. Это уже пиар. Вот сейчас пиар. А все, что было до этого, это... мнение человека. Они меня, кстати, в баню приглашали. Ну вы догоните его, я уже не пойду с вами туда. Ну все, удачи вам. Курить вредно. Видите, какая тощая.